Как обычно, зомби. Чё там? Я уже устал тебя бояться. Я сил? Почему я сил? Пошли дальше. Чем быстрее выберемся, тем быстрее найдем способ вернуться назад. Маш, давайте, я тебе. Все ненормально. Ненормально. Отлично, вот здесь книги по проклятиям смены тел. Конечно. Да чтоб тебя. Как его можно получить? Купи арбуз. Нет денег. Очень жаль. Книгу получите вы, предоставим взамен книгу мне. Как он в этом? А ведь не любая ведь книга подойдет, да? Предпочтительная будет советская энциклопедия. Отлично, есть такая. Вот, дайте то, что нужно нам. Конспект по высшей математике подойдет. Вот то, что нужно вам. Вот это заклинание. Я могу его прочесть. Блин. Чё? Я же сейчас син. На, читай вот это. Читай. О, вот это? Это. Ну, и кто? Читай нормально. Заикай. Вот ты класс, молодик-то. Насладиться моментом. Я жду. Вот он классный диктор Кондес. А книга все-таки интересная. Что, серьезно?
Ребята, а это разве не наш босс? Где? Где? Похоже, она страшная. Слушайте, а тут, похоже, показывается, как ее убить. О, это будет очень даже кстати. Тогда бы и количество смертей уменьшилось бы. Типа их много. Ты-то ни разу не умер, да? Да хватит вам. Смотрите, тут сказано, что сила ее... Надо просто ноготь сломать.